Добрый день, дорогие друзья! В эфире сегодня телепередача «Эйвон. Красивое дело» и вместе с вами я, ведущая Анна Марычева. И я с огромным удовольствием хочу вам представить нашу сегодняшнюю гостью, координатора, лидера из Омска Ларису Василенко. Лариса, здравствуйте! Здравствуйте, Аня! Ларис, ну, я знаю, что вы входите в число лучших координаторов России, в 100 лучших координаторов России, это очень почетно. Но все-таки немножко хотелось вернуться в истоки. Как все начиналось? Почему вы выбрали именно Эйвон, а не какую-то другую компанию? Да, Аня, я пришла вообще в компанию Эйвон в 2005 году. То есть в этом году исполняется 10 лет, как я уже вместе с нашей компанией. Я вас поздравляю, это юбилей. Да. Да, началось вообще все, конечно, очень интересно. Я сидела в декрете с маленьким ребенком, косметики дома не было, ничего не было. И ко мне приходила девушка, приносила каталог, я все время его смотрела, заказывала что-то ей. И вдруг она мне говорит, меня приняли координатором, я тогда вообще не понимала, что это такое. И я тебя первую подпишу. Будешь просто брать продукцию со скидкой. Ну, я обрадовалась, естественно, хорошо же брать продукцию со скидкой. Ну, а потом на деле-то оказалось, что надо и другим каталог показывать, да, и что, ну, намного интереснее эта вся работа. И для меня вот это, конечно, был шок. Действительно, вот сейчас кто начинает первый раз, это действительно иногда очень тяжело, потому что как-то показать каталог другому человеку очень сложно. Ларис, ну а вот кто были ваши первые клиенты? Как все начиналось? Кому вы пошли с этим каталогом? Ну, ребенок маленький, я выходила на детскую площадку. Я садилась, он играл в песочнице, а я листала каталог с умным видом. Потом оставляла его на лавочке, там же были еще мамы, бабушки. Они спрашивали, Ларис, можно мы посмотрим каталог? Что у тебя за каталог? Что такое? Ты сами спрашивала. Да. И я поняла, что в принципе-то ничего страшного нету. И потом начала, конечно, предлагать. И в принципе в первый год я уже выполнила президентский клуб. А через 2 года как-то я немножко заскучала и... Тогда Лена мне предложила, давай попробуем координатором. А Лена это? Лена это мой территориальный менеджер. Ваш территориальный менеджер. И, в общем-то, попробовала, и вот уже столько лет прошло, и я продолжаю работать как бы со своей структурой, со своей группой. А начиналось, конечно, мы жили и живем сейчас не в Омске, а я живу в районном поселке. Это 200 километров от Омска. У нас весь район, это 25 тысяч человек. А как он называется этот? Большереченский район. Большереченский район. И, конечно же, тогда строить каких-то перспектив, что вот можно в Большереченском районе развить огромную структуру, я даже себе это не представляла. Поэтому начинала я, конечно, ради дополнительного заработка какого-то. А потом в дальнейшем, когда нам разрешили как бы уже работать и на регион, и потом на всю Россию, тогда уже я как бы поняла, что перспективы в Эйвоне огромные, и нужно пробовать себя уже не как на дополнительный заработок, а уже как на постоянную работу. И вот когда я решилась на это, вот тогда дело пошло очень скоро. Очень скоро, да. И мы выполнили, ну, с моей группой, с моей структурой, мы выполнили и сапфировый уровень, и один раз изумрудный мы уровень звездного клуба, и уже 3-й год бриллиантовый делаем. Поэтому вот... Но у вас по-настоящему звездная структура, звездная история за эти 10 лет. И, Ларис, вот когда-то 10 лет это все начиналось с нуля практически. Да. А какой сейчас размер вашей структуры? Сколько у вас сейчас человек? Ну, сейчас у нас где-то около 1000 представителей и 40 координаторов. Ну, вот в 3 поколениях у меня. Поэтому работы хватает, появляются новые. Каждый раз нужно начинать с нуля. И проходишь с ними заново, и это все время интересно. И это все время интересно. Все совершенно, время ново, совершенно с вами согласна. Действительно, огромный бизнес в руках, очень много людей. Скажите, пожалуйста, ну наверняка же есть какие-то сложности. Не все проходит гладко. С какими сложностями вы сталкиваетесь? Как вы их преодолеваете? Знаете, что вам помогает, может быть? Я думала над этим вопросом. Вот 10 лет работаю, и 10 лет как бы всегда есть какие-то сложности. Они, трудности эти существуют. Ну, вы же, наверное, помните бумажные формы заказов. Да, помните, мы начинали. И было
так сложно вылавливать представителей, проверять формы. Да, это ну, для меня в тот момент, когда у меня была уже основная работа, это действительно было очень сложно. А кто-то не мог, просто не знал, как эту форму заполнять. Но здесь были преимущества. Мы постоянно виделись с представителями, мы встречались. Я хочу сказать, что первых моих 5 представителей, которых я приняла, они до сих пор в моей команде. Я вообще этим очень горжусь. То есть они все 10 лет с вами? Да, все 10 лет. Ну, не 10, а координатором я вот 7 лет, да, получается, 8-й год. Ну, уже тоже достаточно приличный срок. Да, и они все еще с нами. То есть получается, что вот эти отношения, которые тогда были заложены, они как раз очень, ну, очень дороги мне и сейчас, и они приносят мне вот удовлетворение именно то, что все, кто начинал со мной, они со мной продолжают работать. Вот, потом начался интернет. Ну, может быть, допустим, для Москвы или для какого-то крупного города это было облегчение. Для нас опять, это же поселок, это же интернета нету, это деревня, когда люди не знают, как сбрасывать, более того, вообще компьютер в глаза не видели. Получалось, приходилось все это делать самой, собирать заказы, сбрасывать через интернет, а потом пошли координаторы. А координаторы тоже компьютер в глаза не видели. И мы ночами... То есть вместе с Эйвон к вам приходил интернет. Да, да. Ну, хорошо, что у меня муж, он в сфере компьютерной работает. Он сначала сам учился, потом меня учил. А потом я собирала вечерами девчонок, и мы сидели дома за моим компьютером. И вообще просто учились хотя бы какие-то кнопки набирать. Ну, ничего, зато у нас, опять же, все координаторы, они продолжают работать, те, которые учились. Потому что вот те отношения, которые были заложены, они очень дорого стоят. То есть в вашем случае, Эйвон, это не только о красоте, не только о косметике, но это о современном бизнесе, современных технологиях. Вы учите этому людей. Да. Ну, это замечательно. Я добавлю, да. Ну а сейчас вот у нас, конечно, вроде очень много преимуществ, но сейчас нету таких теплых отношений, да, с людьми, потому что вся Россия работает. Вроде мы все время на связи, и в то же время, ну, много, да, нас много, и таких доверительных, крепких отношений уже нету. Больше бизнес-отношений получается. И когда сейчас я беру координаторов, а они, допустим, из другого региона, тоже возникают определенные трудности. То ли мы командой все в нашем поселке, ну или в близлежащих поселках, и проводим совместные акции, там, собрания, мероприятия, команда, она чувствуется, да, то ли человек удален, то есть надо придумывать новые формы работы, чтобы и этот человек был членом команды, чтобы он не чувствовал себя оторванным. Ну, то есть приходится варьировать между дистанционным бизнесом, да, и теми людьми, которые рядом. И все-таки, Ларис, вот прямые продажи, наш бизнес, красота, это больше построено на отношениях, вы совершенно правы. И кто вас поддерживает вот в вашем таком непростом деле? Ну, вы знаете, у меня просто супер замечательный менеджер, моя территориальная Лена Пресс. Я хочу сказать, это вот человек, это не просто профессионал, а это вот, ну, очень с большой буквы профессионал. Потому что у нее вообще, для нее нет преград. Вот слово преграда для нее не существует. Если есть какая-то проблема, я позвонила, она всегда, у нее 10 вариантов. Ответ. И причем она обязательно поможет, она включится в эту работу. Не то, что она сделает так, 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 а обязательно она поучаствует в этом. Она обязательно потом спросит, как, что получилось. Вот это прошло, это не прошло. Она душой болеет за наше дело. Вот действительно. Ну и, конечно, я хочу сказать, что мне очень помогает семья. Ну, во-первых, муж, я уже про него говорила. А, мало того, что я не знаю, как бы без него вот вообще компьютер в то время осваивала, да, но и сейчас он, конечно, он, даже если я где-то нос повешу, все равно он вперед, давай, успокойся, ты все можешь. Как-то он меня очень поддерживает и во всем помогает. Он вас мотивирует на дальнейшие успехи. Я думаю, что очень важно, когда вот супруг в семье поддерживает, и даже не столько даже как-то физически или морально, а просто понимает. Иногда за день столько наговоришься, вечером придешь, вот даже буквы не выговариваются, да, уже столько звонков и всего было. И он понимает эту работу, он видит, что, ну и, конечно, виден результат, это же материальное благополучие семьи, это же важно. Поэтому он активно включается в мою работу. Я с вами согласна. Иметь вот такое крепкое, надежное плечо, да, которое помогает и поддерживает, это очень важно. Ларис, ну а вот скажите, пожалуйста, мы все о работе, о работе. А как вы все-таки отдыхаете? Как вы расслабляетесь, сбрасываете с себя вот этот груз рабочий?
Вот я когда пришла в Эйвон, я вообще, ну, я честно скажу, я не умела мечтать. Я не представляла, что вообще люди живут другой жизнью, что можно отдыхать, да. Мы 22 года с мужем прожили, мы никуда никогда не выезжали. То есть... И я не представляла себе, что как-то можно жить по-другому, о чем-то мечтать. И поэтому, когда с Эйвоном мы, ну, началось развитие, что мне вот первые свои деньги, которые я заработала, мы потратили на первое путешествие свое с семьей. Мы поехали, да. А куда вы поехали? Мы поехали в Сочи. Да, это была просто огромная радость, потому что вот как раз они скопились, там вот первые денежки, и я их получила, и мы поехали. И я тогда поняла, что вообще как-то можно как-то жить по-другому. И в прошлом году, вот, допустим, я получила машину от Эйвон в подарок. Я даже никогда не представляла, что такое может быть. И тут раз, вот, такой вот такая вот удача, такой вот подарок. Вот. Мечтать я начала гораздо позже. А что еще сбылось? Ну, стали каждый год с семьей ездить отдыхать, выплатили все кредиты, слава богу, да, рассчитались по всем долгам. Планируем как-то свою жизнь, сын у нас закончил институт, то есть, ну, везде, где материальные были какие-то провалы, все мы их закрыли. И сейчас я как бы могу думать о том, что, ну, что впереди. А мечтаю я, конечно... Вот уже сколько лет и бриллиантом мы выполняем в звездном клубе, и никак не получается попасть в VIP-60. И вот в этом году опять вот на 70-м месте идем. Вот где-то рядышком, всегда рядышком. Ну вот поэтому пока есть планы, куда расти-то есть. Поэтому дальше растем, развиваемся, структура растет. Хочу, чтобы мои координаторы все выросли, чтобы они тоже да, выполняли все эти звездные клубы и программы поощрения, все-все. И я думаю, что когда успех от мала до велика ко всем приходит, и команда растет, увеличивается, и всем хорошо. Ну, это замечательно, потому что часть планов уже сбылась, и то, о чем вы когда-то даже не могли подумать, оно получилось и пришло, и впереди у вас прекрасные планы. Поэтому, Ларис, что остается? Пожелать вам, конечно же, огромного успеха, добиться всего, что вы для себя задумали, то, что вы планируете. Я уверена, что у вас это все получится. Спасибо вам огромное за участие в нашей передаче. Она подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами. Всего вам доброго и успехов в дальнейшем. Дорогие друзья, это была передача «Эйвон. Красивое дело». И у нас в гостях сегодня была наша успешная лидер из Большеречья Лариса Василенко. И я, ведущая Анна Марчева. Благодарю вас за то, что вы были с нами. До новых встреч. Всего доброго.